В Москве полиции этой ночи пришлось усмирять стрит-рейсеров, которые собрались в районе Ходынского поля. Жители соседних домов, которые не смогли уснуть, стали массово звонить в полицию. На место прибыли патрули. Как сообщили в МВД, с собравшимися, цитата, провели разъяснительную работу. После они сами свернули мероприятие и разъехались. Нескольких наиболее активных все же привлекли к административной ответственности. Сами стрит-рейсеры говорили, что их было несколько тысяч, по данным правоохранительных органов, гораздо меньше. Появлялись и сообщения о неких конфликтах и даже стычках водителей с полицией, позже они не подтвердились.